Площадкой для 5-го форума студенческого актива стал детский оздоровительный лагерь «Радуга» в Никольском поселении. Более 100 человек из разных уголков Подмосковья стали его участниками. Первый рабочий день для молодежи начался с разминки. Ребят проверили на знание 7 принципов идеологии лидерства региона. У нас есть отдельный блок, по которому идет по лидерству. Ребята каждый день слушают, и кто такой лидер, какие качества, как это все в себе проявлять. Мы сегодня проанализировали все, что происходит на сегодняшний день в вузах, посмотрели все успешные практики, обсудили все проекты, которые есть в университетах. Хотим итогом форума сделать единую концепцию развития студенчества Московской области. Проведение таких молодежных форумов – это открытая площадка для дискуссий и обмена опытом. Во время такого общения студенческие советы приобретают неоценимые навыки и пути своего развития. Несколько лет подряд в гости к ребятам приезжает и Лидия Антонова. Для многих она является настоящим примером. Женщина проделала большой путь от учителя до депутата Государственной Думы. Сегодня мы участвуем в открытии 5-го вообще такого традиционного сбора студенческого актива Московской области, который проходит при поддержке партии «Единой России» и отделения «Молодой гвардии» Московской области. И надо сказать, что вот на протяжении этих 5 лет, как бы, я думаю, интерес к этим сборам растет, поскольку расширяется круг участников. В течение нескольких дней ребят ждет насыщенная программа, подготовленная молодой гвардией. В этом году работают 3 секции – студенческое самоуправление, ивент-менеджмент и медиа. Студенты смогут попробовать себя в дебатах, интеллектуальных играх и поучаствовать в интерактивных мастер-классах. По словам спикеров, всегда приятно видеть молодежь, у которых от увлеченности любимым делом горят глаза. Мы, конечно, имея определенный опыт, хотим в этом им помочь, чтобы они реально вот эту философию лидерства восприняли именно не как, что ты лидер, когда ты там пропиаришься, там красиво выступишь, шокируешь публику заявлением, и на этом закончилось. Понимаете, за этим должно что-то стоять. Главным итогом форума станет создание единой концепции по работе студенческих активов области. Руководители «Молодой гвардии» и «Единой России» уверены, что в следующем году количество участников увеличится. В планах форума посещение фестиваля «Крымская весна», который пройдет в Одинцово. Дарья Сутягина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».